Здравствуйте, коллеги! Очень приятно, что так много людей интересуются финтехом. Пока готовится презентация, вот она уже, наверное, готова. Хочу сказать, что финтех — это очень интересное направление, которое позволяет действительно увеличить результат вашего бизнеса, увеличить количество покупок, увеличить количество довольных клиентов. Где бы вы ни продавали, в онлайне, в офлайне, в мобайле. Значит, я директор компании Metrica Development, и мы разрабатываем собственные продукты, свои идеи, мы реализуем жизнь. Конечно, мы смотрим последние тенденции в мире, и одним из наших последних продуктов является Tap to Pay, который позволяет проводить платежи даже в ваших мессенджерах. В Вайбере, в Фейсбук Мессенджере, в Телеграме. Это может работать в браузере, как вы обычно покупали, то есть на сайте вы заполняете кредитную карту и покупаете. Всего лишь два клика, происходит платеж. Но сегодня я хотел бы затронуть, почему финтех настолько быстро начал развиваться в последние годы, почему так интересно за ним наблюдать и быть, может быть, частью его. Эволюция вообще платежей сейчас развивается просто по экспоненте. Почему так происходит? Потому что большое количество крупных небанковских корпораций заинтересованы в том, чтобы платежи проходили максимально быстро, чтобы пользователь не тратил времени на то, чтобы добавить кредитную карточку, регистрацию проходить по несколько раз, доказывать, что он не робот, не мошенник. Ну и с другой стороны, пользователи тоже к этому открыты. Они смотрят за последними тенденциями, используют мобильные телефоны для покупок. Наверное, уже каждый из вас покупает билет в кино через какой-нибудь билетный агрегатор. Это настолько удобно и быстро, что вам не надо стоять в кассе и в очереди. Значит, вот какие-то последние примеры, почему и каким образом развивалась финтех-индустрия, если мы посмотрим на последние 15 лет. В 1994 году первый раз в интернете произошел платеж, когда купили пиццу с грибами и сыром. Это компания Pizza Hut в Америке. После этого в 1998 году PayPal появился. Он решил проблему в том, чтобы безопасно проводить платежи, чтобы пользователи не вводили карточку по несколько раз на сайте и не боялись того, что его карточка куда-то уйдет, пропадет мошенникам и потеряет деньги. После этого серьезный бум развития платежей дал развитие мобильной среды. Еще в 1999 году произошел первый платеж в мобильном телефоне. Вы помните такие кнопочные, такие доисторические телефоны? И до 2033 года было проведено около 100 миллионов платежей через мобильный телефон. Это стало таким понятным знаком, что мобильный телефон станет существенным инструментом проведения платежей. В 2007-2008 году появились Apple iPhone, появились Android, которые уже позволили делать это нативно, покупать приложения, платить за какие-то товары и услуги, прямо используя ваш мобильный телефон. Это классно, когда не надо лезть в кошелек, доставать кредитную карточку, вспоминать ее пин-коды, CVC-коды и так далее. Они сделали это все очень удобно и легко, и одной клавишей.
Вот пример, конечно, Apple Pay очень хороший, который позволяет вам использовать последние наработки в финтехе где угодно. Это может быть мобильный телефон, в офлайне это может быть ритейл, это может быть интернет-магазин. И это делается буквально нажатием одной кнопочки. И вы не тратите много времени. Ну, то есть это действительно какая-то революция происходила. Она до нас пока не дошла. Вот. Пока непонятно, когда она дойдет. Потому что это, естественно, зависит от интересов самой корпорации Apple, Samsung или Google, которые производят такие решения. Но я знаю, некоторые банки уже реализовали подобную реализацию. Очень интересный подход. Недавно, буквально вот пару недель назад, сделал Amazon. Это магазин Amazon Go, он в офлайне, через который просто заходишь в него, выбираешь товары, и тебе не надо стоять в очереди и даже делать какую-то транзакцию карточкой, потому что она произойдет автоматически. Это тоже очень интересный подход, который позволит существенно увеличить конверсию в покупке, и пользователи будут наслаждаться покупкой. Ну, то есть, все это движется к чему? К тому, что пропадут, в конце концов, деньги физически, пропадут карточки. Вы, наверное, в банке будете получать виртуальные карточки, привязываете их сразу автоматически к вашему мобильному, и дальше все платежи будут проходить с помощью вашего мобильного телефона. Я уверен, сейчас каждый из вас, если даже забудет кошелек дома, он не обязательно вернется домой, потому что можно у друга одолжить денег, еще что-нибудь. Если вы забудете телефон, то это будет проблема. Вы обязательно к нему вернетесь, потому что вы просто-напросто как без рук, не можете связаться, не можете разговаривать. Поэтому телефон становится серьезной заменой и кошелька, и кредитных карт. Он уже заменил камеры у нас, он уже заменил какую-то часть функции лэптопа, ноутбука. И, соответственно, да, все платежи уйдут в мобильный телефон. Еще банковский сектор подстегивает к этому. Появились импост-терминалы. Значит, мобильный телефон может уже принимать платежи от ваших клиентов, проводить P2P-платежи. Тоже очень много игроков на этом рынке. Есть такие гиганты компании, как Venmo, которые огромное количество платежей P2P-шных закрывают на Западе. Появились WeChat и Alipay. Это мобильные, WeChat – мобильный мессенджер в Китае, в котором происходит платежей в разы больше за один день, чем за год за весь PayPal. То есть там азиатский рынок очень серьезно использует вот эту возможность оплаты в мессенджере. Я недавно встретился с очень интересным человеком из Гонконга, и он мне показал, как он пользуется WeChat'ом. Он покупает абсолютно все там, и пиццу, билет в кино, и даже авиабилеты, и бронирует отели, то есть абсолютно все в одном приложении он это может делать. Это отличная среда, в которой платеж происходит, ну, буквально за несколько кликов. Но сейчас в интернете вот у нас как-то все очень сложно, потому что нельзя просто взять вот и заплатить за товар, как вот вы делаете в магазине. Вы пришли в магазин в офлайнере, выбрали определенную корзину, дали карточку, заплатили, ушли. Все, об вас ничто, ничего больше не знают. Но в интернет-магазине обязательно вас просят, как ваше имя, как ваш телефон, дайте ваш e-mail, докажите, что вы не мошенник, что вы не робот, заполните капчи, заполните 3D-секьюр и так далее. Ну, это раздражает. Каждая дополнительная форма уменьшает конверсию на 7%. И, ну, надо с этим что-то делать. У нас возникла вот такая проблема, что мы захотели решить эту задачу. Мы верим, что платежи должны быть безопасны, и это важно для пользователей. Безопасны, быстрые.
они должны быть удобные. То есть, возможно, даже не выполнять каких-то дополнительных действий, чтобы проводить платеж. Даже не доставать карточку. Все к этому уже идет. Уже есть бесконтактные карточки, скоро они будут и в телефоне у нас. Значит, мы подумали, какие критерии должны быть такого рода решений. Соответственно, должно быть работать это решение везде. В ноутбуках, мобильниках, даже в мессенджерах какой-то части, в офлайне возможно принятие платежей. И вот что у нас получилось, буквально за там, 4 месяца разработки мы создали продукт, который позволяет все это сделать и реализовать. Для интернет-магазинов мы предлагаем такого рода виджет, который при нажатии кнопки «Купить» показывается. И пользователю предлагается выбор, он хочет оплатить прямо в браузере, либо ему удобно оплатить это в мессенджере. Почему мессенджер? Потому что вы там постоянно залогинены. Вам не надо дополнительно вводить какие-то пароли, опять доказывать, что вы не мошенник, что вы не робот, это ваш аккаунт. В браузере проходит все очень просто. Вы логинитесь своим телефоном, получаете смс-ку, и там у вас привязана кредитная карточка и адрес доставки. Все, что нужно, чтобы провести платеж, мы передаем после платежа магазин. То есть вам остается просто нажать кнопочку Pay. Все, транзакция выполнена. Это позволяет увеличить продажи на 20%. Самое интересное, это то, что можно сделать в мессенджере. Мы после нажатия на кнопку «Послать инвойс в мессенджер» вы автоматически получаете в вашем чате сообщение, что вам пришел инвойс, вам надо его платить. И вы буквально за 2 клика «Play» и выбрать карточку, оплачиваете его. Даже вы можете выбрать адрес доставки, куда доставить товар. Более того, это возможно еще в офлайне. То есть вы можете на каких-то рекламных материалах написать, что такой-то QR-код, вы его просто, ваш клиент просто фотографирует в чат и проводит оплату. Потому что автоматически ему подгружается инвойс. Наша система знает, что вы продаете вот такой товар, сгенерировала такой QR-код и, соответственно, провела оплату. Почему это действительно увеличивает продажи, потому что клиент, он не раздражается. То есть самое важное его не раздражать, когда он вам готов передать деньги. Самая интересная фраза, я когда был в Америке у одного продажника, он сказал, мы знаем, мы умеем делать процесс вот этот, да, с вашего кармана достаются деньги, кладется в наш. То есть это важное искусство продавца, сделать это настолько приятным, и чтобы клиент даже не заметил этого. То есть это позволяет ускорить покупку и увеличить конверсию. Ваши клиенты не должны ничего инсталлировать на телефон, не надо никакие мобильные банки, не надо какие-нибудь ЕРИПы, все проводится через кредитную карточку одним кликом. Собственно, я надеюсь, что если вам интересен такой подход, подходите, у нас там есть стенд, давайте пообщаемся. Было очень приятно. Спасибо. Спасибо, Евгений. Друзья, у нас буквально есть время на возможность задать один вопрос. Все остальные, к сожалению, уже в кулуарах на стенде у Евгения. Да, добрый день, Валентин Лопан, агентство деловой связи. Вот вы интересные цифры называете, там, в 3 раза ускорить, там, конверсия на 70%, 20%, там тупые, я так понимаю, увеличивают продажи. То есть на какой-то статистике вашей с этой цифры? Да, да. То есть вопрос, первая часть вопроса, на какой статистике? И по этой статистике какова стоимость, средняя стоимость покупки или там стоимость чека? Да, хороший вопрос, спасибо. Значит, естественно, такие покупки, скорее всего, спонтанные. Они до $100, и, наверное, человек не будет покупать там
машину следующую или там дорогостоящий авиабилет через наше решение. Хотя все стремится к тому, что средний чек увеличивается с каждым годом. Наша статистика, вот то, что я привел, она основана на исследовании тоже самое PayPal, потому что они реализовали одну часть нашего, ну, скажем, такого общего подхода оплаты одним кликом. У них называется решение PayPal Checkout. Есть такие же еще решения, как Visa Checkout, есть MasterPass от MasterCard, который позволяет тоже вам залогиниться, выбрать карточку и провести платеж. То есть магазин на самом деле, он не должен быть сложным. Чем более он сложный, тем труднее пользователю сделать покупку. Самый идеальный магазин — это вот страничка с кнопочкой «Купить» и все, и чтобы она могла реализовать продажу. Дополнительные какие-то маркетинговые компании, которые проводят интернет-магазины, это тоже возможно, но на это нужно получать разрешение у пользователя. Вот. Но чаще всего просто собирают базу данных пользователей, клиентов и закидывают его в предложение. И это подход не очень интересный. Вот. Но у нас возможен вариант, когда мы ведем поддержку клиента после того, как он купил товар у вас в магазине. Тогда прямо в чате он может задать вопрос, и мы этот вопрос перенаправляем к вам. Вы уже сами отвечаете. Вот. Спасибо. Что-нибудь еще у кого есть? Вопрос? Давайте еще один, если. Давай. Да. А если человек хочет отказаться от того, что он купил? Да. Как тут быть? Хорошо. Хороший вопрос. Мы, опять же, передаем инвойс, номер инвойса, который он оплатил. И он может зайти в кабинет от TAP2Pay и в определенное время, отведенное продавцом, он может отказаться от покупки. Вот. Просто на самом деле это нормальный вариант, как можно провести отказ. Еще очень важный вопрос, который задают, это безопасность. Да? Например, ваш ребенок может взять телефон и начинает там куплю это, то и все. Вот. И важно ограничить такого рода действия. Даже если телефон попал кому-то не очень хорошему человеку, для этого у нас доступен безопасный код, который будет спрашиваться перед проведением платежа. То есть как только вы выбрали карточку, вам нужно ввести единый security код. Да. У нас времени нет, поэтому давайте все вопросы, да. Спасибо большое еще раз Евгению, давайте поаплодируем.